Послевоенные годы в секретных нацистских архивах были обнаружены интригующие фотографии и чертежи. Они недвусмысленно свидетельствуют, что немецкие ученые действительно занимались разработкой дискообразных летательных аппаратов. Ничего подобного в мире тогда не было. Как удалось нацистским ученым и инженерам совершить такой технологический рывок? Общество Ahnenerbe. Самая загадочная организация Третьего Рейха. Идеология нацизма основывалась на том, что некогда на Земле существовала мощная цивилизация, которой были доступны чуть ли не все тайны мироздания. И где-то, зашифрованные и разбросанные, эти высшие знания сохранились. Именно они должны способствовать возрождению сверхчеловека в Германии, потомка древних ариев. Одна из главных задач, которую ставят перед собой специалисты Ahnenerbe, это использование паранормальных способностей для выхода на контакт с некими высшими неизвестными,
или, как их называли, умами внешними. Цель – получение от высокоразвитых инопланетных и древних земных цивилизаций суперзнаний технологического характера. Опыт такой был. Декабрь 1919 года. Члены тайного общества Туле, предшественника Ahnenerbe, собираются в предгорьях Альп, в доме лесничего вблизи Берхтесгадена. Среди избранных два опытных медиума, контактера, как мы назвали бы их сегодня. Один из них скрывается под мистическим именем Зигрун, другой – Мария Орзич из Загреба. Она рассказывает странные вещи. В состоянии транса она получила от цивилизации созвездия Тельца удивительную техническую информацию. В сообщении никого не шокирует. Более того, вызывает огромный интерес. Ведь речь идет о конструкции необычного летательного аппарата, который к тому же позволяет изменять вокруг себя ход времени. А это шаг к мечте тайного общества. Машине времени, которая позволит проникать вглубь истории и получать знания древних высоких цивилизаций. Перед нами рисунок летательного аппарата потустороннего мира с подписью известного немецкого ученого и изобретателя Виктора Шаубергера. Полученные знания передаются ведущим ученым для перевода на понятный конструкторам инженерный язык. К 1922 году построена первая модель. Аппарат имеет три параллельно расположенных диска. При работе нижний и верхний диск вращаются в противоположном направлении, создавая очень сильное поле и эффект антигравитации. Если верить свидетельствам, эта конструкция не только парила в воздухе, но и изменяла вокруг себя структуру времени. 1939 года два самолета «Пассат» и «Борей», которые с помощью катапульт взлетают с борта Швабии, начинают разведку земли королевы Мод. За три недели летчики Люфтваффе с помощью металлических вымпелов со знаком свастики застолбили за Третьим Рейхом территорию величиной с Германию. Она получила название «Новая Швабия». В апреле 1939 года командир экспедиции, опытный полярный капитан Альфред Ритшер, рапортует: «Я выполнил миссию, возложенную на меня маршалом Герингом. Впервые германские самолеты пролетели над антарктическим континентом. Каждые 25 километров наши самолеты сбрасывали вымпелы. Мы покрыли зону приблизительно в 600 тысяч квадратных километров. Из них 350 тысяч были сфотографированы».
достались властям две немецкие подводные лодки. Необычные лодки, а лодки из состава так называемого конвоя фюрера. Это сверхсекретное соединение выполняло задачи, подробности которых до сих пор остаются в глубокой тайне. Экипажи подлодок показания давали неохотно. И все-таки американцам удалось кое-что узнать. Так командир У-530 рассказал о своем участии в операции под кодовым названием «Валькирия-2». За три недели до конца войны его подлодка вышла из киля и доставила в Антарктиду реликвии Третьего Рейха, личные вещи Гитлера, а также пассажиров, лица которых скрывали повязки. Командир другой лодки, У-977, Хайнц Шефер, показал, что немного позднее повторил этот же маршрут. Выяснилось также, что немецкие подлодки неоднократно ходили в Антарктиду.